Плетут, мастерят, рисуют и играют. 7 лет молодежный центр доказывает быть активным, модно и полезно. В свой день рождения центр пригласил северодвинцев на ночевку, познакомиться с работой клубов и объединений. Туда отправилась Мария Воробьева. День рождения молодежного центра затянулся допоздна. Северодвинцам даже пришлось переночевать здесь. Познакомиться с работой всех клубов и объединений можно прямо на месте. Клуб «Северная Двина» знакомит с бытом и оружием военных лет. А по соседству – обучение игре на электрогитаре. Всего в молодежке более 20 клубов и объединений. На ночевке клуб «Средневековье» показал северодвинкам плетение пердо. Раньше этим ремеслом владели девочки 5 лет. Это фактически маленький такой ткацкий станок, на котором есть прорези и есть дырочки. Эта бердышка поднимается вверх и вниз. Между этими ниточками снует челнок в одну сторону и в другую. Таким образом получается поясок. Дарья Мартьянова решила сделать себе сумочку. Правда, не из ткани, а из кожи. Новый аксессуар малышка мастерит с помощью молотка и пробойника. Конечно, вырезать было немного трудно, потому что там кожа не очень хорошо режется ножницами. То есть надо было сначала вырезать этот круг, да? А сейчас ты что делаешь? А сейчас я делаю в нем дырочки, чтобы прошить все. Добровольчество, патриотическая и социально ориентированная деятельность. По таким направлениям сегодня работают специалисты и волонтеры молодежного центра. Недавно появились еще 2 новых проекта – «Дебаты» и «Школа управленческой борьбы». Совсем недавно проект, который у нас запущен, это команда из Архангельска. Они приезжают специально к нам, и можно на занятиях научиться говорить, научиться ставить свою позицию. Это как раз, вот, наверное, одна из самых последних таких наших новых проектов. 3 этажа творчества. В эту ночь сотни северодвинцев выбрали себе занятия по душе. А кто-то пополнил ряды волонтеров молодежки. Мария Воробьева, Семен Самигулин. Вестник Северодвинска.